Приветствую вас, уважаемые друзья, коллеги по хобби. Сегодня пришла мне очередная посылочка с AliExpress на рыболовную тематику. И пришли мне довольно интересные приманки. Давно их ждал. И пришли мне такие вот стики. Это оберточная упаковка. В таких пакетах пришли стики. Приманка очень интересная. Сейчас все раскрою, и мы внимательно все рассмотрим. И в подарок продавец положил вот такую вот силиконовую лягушечку. Интересно. Ну, я думаю, окушок на нее брать должен. Распаковал стики, два штуки не трогал, заказал для Александра, своего друга и напарника по рыбалке. И давайте приступим к просмотру. Вы знаете, вот на первый взгляд очень все достойно, хорошо прокрашенный. Я сначала думал, что это металлические будут, типа пилькеров. А это все-таки пластик, внутри груз, здесь должны быть вроде бы 10-граммовые и 14-граммовые. Сейчас взвесим, посмотрим, где какой. Но довольно хорошо выглядит, очень такие вот натуральные блики, натуральные цвета. Хорошо, очень все пролакировано. Немножко вот как бы есть небольшие царапинки. Но при пересылке видно, где-то что-то поцарапалось. Но вот так вот в целом очень и острые крючочки зацепистые, за пальцы цепляются, за кожу. Хорошо, вот реально за такие деньги. Ссылочка будет в описании под видео. Цена вроде бы около $1.5, может даже чуть-чуть пониже, но примерно $1.5, в зависимости от веса. Но очень хорошо, красиво бликует. Сейчас взвесим, померяем размеры. Это вроде бы 3 10-граммовых, а один 14-граммовый, точно не помню. Ну да, вот 8 сантиметров длина. И здесь 8 сантиметров длина. Вот вес может отличаться. Уже хочется на рыбалку быстрее их, как говорится, протестировать. Вот вес 11 грамм. Такая больше, конечно, жереховая приманка. 10,5 грамм. Но рыба на нее может клюнуть разная. 13,5, ну, около 14 грамм. 11 грамм. Ну, такая вот разбежка. Уже будем тестировать, смотреть на рыбалке данные приманки. И уже хочется их разловить. Смотрите, ссылочка будет в описании под видео. На этом видео заканчиваю. Всех благ вам и вашим близким, друзья.